Россия не исключает ответных мер в отношении Украины в связи с обесточиванием Крыма. Об этом сказал журналистам на газовом саммите в Тегеране министр энергетики Александр Новак. По его словам, к маю следующего года полуостров должен быть полностью обеспечен электричеством собственного производства. Но и к нынешней ситуации готовились, добавил Новак. Мы в прошлом году своевременно и оперативно перебросили в Крым 13 мобильных газотурбинных электростанций общей мощностью порядка 300 мегаватт и 1500 дизель-генераторных установок. Безусловно, этой мощности, которая сегодня вырабатывает электроэнергию примерно 350-400 мегаватт, не хватает для полного снабжения Крыма электроэнергией. Но что касается объектов жизнеобеспечения, они обеспечены электроэнергией. И речь идет об аэропорте, о портах, о больницах, о школах, о водоканалах, о системе водоподготовки, о связи.